Городской совет Нью-Йорка сегодня решает судьбу электронных сигарет. Их курение могут приравнять к обычным табачным изделиям и запретить. Эта мера в случае утверждения станет, пожалуй, последней победой уходящего с поста мэра Майкла Блумберга в его неистовой борьбе с курением. В случае одобрения горсовета курение ставших очень популярными в последнее время электросигарет окажется под запретом в публичных местах Нью-Йорка, так же, как и обычные сигареты. Врачи города Большого Яблока приветствовали сегодняшнюю новость, в то время как курильщики восприняли это как очередную атаку на их гражданские свободы.